slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Всем привет, с вами Валерий Хаус и вторая часть Resident Evil, то есть Обитель Зла. И вот настает момент, когда мы будем проходить сценарий за Леона Кеннеди. Посмотрим, чем же он занимался в то время, пока мы играли за Клэр. Вот. Сюжетная линия будет немножко по-другому разворачиваться, как бы параллельно. Будем пересекаться с Клэр. Ну что, поехали. Так, не то выбрал. Карта памяти. Да. Леон, сценарий Б. Поехали. В самом разгаре распространения вируса Ти в Рэкин-Сити. Кларе Редфилд удалось бежать из города, несмотря... ...по имени Шерри. А это спастись удалось лишь некоторым. Выжил только один человек. Молодая девушка... ...С. Кеннеди. Интересно, что у нас здесь? Этот парень какой-то маньяк. Зачем он укусил меня? Боже мой, какой ужас. Кто же это сделал? Что это такое? Кто эти люди? Хорошо, предупреждаю. Не двигаться. Не двигаться. Нет! Что произошло с этими ребятами? Им, похоже, все равно. Боже мой, какая-то чертовщина. Подождите, не стреляйте! Пригнись! Мы не можем оставаться здесь. Поехали в полицейский участок, там более безопасно. Сюда! Вперед. Okay. Хорошо. What's
Что происходит? Этот город просто сошел с ума. Отлично. Радио не работает. Вы полицейский, правильно? Ага. Первый день на работе. Классное начало, да? Лайон Кеннеди, будем знакомы. Я Клара. Клара Редфилд. Мне нужно найти здесь моего брата Криса. Пожалуйста, открой бардачок. Конечно. Здесь пистолет. Возьми его. Осторожно! Берегись! Ты в порядке? Можно и так сказать. Блин, этот идиот гонится за нами. Беги! Клара! Лайон! Я в порядке, пробирайся к участку, встретимся там. Хорошо. В одно и то же время, в одном и том же месте. Вам предстоит выжить в этом кошмаре, чтобы узнать правду. Так, валим. Собственно, игра началась. Никого не трогаем, патроны не тратим. Заперто. Да блин. Вход на автостоянку. Ворота опущены. Возьмете ли вы ключ от щитовой? Так, и посмотрим, что у нас с инвентарем. В инвентаре у нас есть зажигалка. Масляная зажигалка. Так, пистолет. ШАК, ВП. 70 миллиметров. Наверное, так. 70М. Производитель Германия. Боеприпасы 9 на 19 миллиметров. Пули от парабеллума. Боевой нож может оказаться полезным. Это только что взяли. С помощью этого можно попасть в щитовую. Ключ использован, выбрасываем, он нам больше не нужен. Лента, с помощью которой мы записываем свой прогресс. С ее помощью можно делать записи. Патроны. Обойма 9 на 19 миллиметров, можно стрелять из пистолетов H&K VP70M и Browning HE Power. Кто там ломится?
Видимо, оно не работало очень долгое время. Ничего особенного. Вы поняли, мы с другой стороны появились. Эй, сюда, скорее! Я не могу здесь сесть. Я сброшу вам лестницу. Сбирайтесь по ней. Давай, давай! Убирайтесь! Отойдите! Не подходите ближе! Отойдите! С другой стороны полицейского участка. Вертолет превратился в кучу металлолома. Кран регулировки давления. Надпись. Избыточное давление может повредить водяной бак. Берем травушку. Особые травы, растущие в районе Ракун-Сити. Его заклевали до смерти. Так, отвалили. Патроны. Да отвалите вот меня. Замок открыт. Понятно, мы это уже смотрели, читали. Да что ты будешь делать-то? Патроны. Заперто под замком, выгравировано значок черви. Взять вентиль. С его помощью можно закрывать, открывать краны. Yeah.
Немножечко мы его подсыкаем. Чтобы патроны не тратить. Ничего нигде не лежит. Вот лента. Так, это трупики. Патрончики. Отлично, травушка. Блин. Смесь трех зеленых трав. Цифровой замок. Так, первая цифра кода. Мы все равно ничего не знаем. Так, взяли вентиль, идем обратно. Так, здесь лизун. Не буду пока с ним связываться. Пойдем перекроем тогда. Огонь. Все, огонь потушен. Патроны для дробовика. И все. И все. Придется возвращаться. Злого дядьку скинули. Сражаться сейчас с ним бессмысленно. Так что придется как-то пробегать. Козел. Цапнул все-таки. Thank you.
Дневник секретаря А. 6 апреля. Я по неосторожности сдвинула одну из каменных статуй на втором этаже, когда облокотилась на нее. Когда шеф узнал об этом, то чуть не убил меня. Он орал на меня, как сумасшедший, требуя, чтобы я никогда больше не трогала эту статую. Если эта штука так дорога ему, то почему бы ему тогда не убрать ее куда-нибудь подальше, а не выставлять посреди комнаты? 7 апреля. Я слышала, что все предметы из его коллекции представляют очень большую ценность. Каждый экспонат стоит десятки тысяч долларов. Даже не знаю, что является большей тайной, где он достает эти ценности или откуда у него деньги на них. 10 мая. Я не удивилась, когда увидела, что шеф принес еще один экспонат для своей коллекции. На этот раз это была большая картина, на которой было изображено повешение какого-то голого человека. Меня совсем обескуражило выражение лица шефа, когда он любовался этой картиной. Не представляю, как такие ужасные вещи могут называться произведением искусства. Так. Это все сбрасываем пока. Тоже. С его помощью можно вскрывать простые замки. Аварийная лестница. Нажмете кнопку. Да что-то я всю проверку-то нажимаю. Ах ты, падла. Добили ножичком его. Возьмете ли вы медальон единорога? Сзади выгравировано что-то. Пожалуйста, отведи меня к прекрасной деве, что превратилась в камень, и жди. Закрыто на электронный замок. На двери надпись «Библиотека». Возьмете ружье.
Дробовик М1100П. Патроны 12 штук. Укороченная версия ружья М1100. Так, компьютером бесполезно пользоваться, у нас нету карточки. Кстати, наверное, карточка здесь. А, заперта изнутри. Ха. Интересно. Электронные замки кругом. Старый фонтан. Здесь какая-то надпись. Чтобы добыть ключ от моего сердца, принеси мне единорога, волшебного зверя. Ключ от двери. Имеет форму масти пики. А, карты у нас нету все равно. И здесь электронный замок. Итак, печатная лента. Ага. Ну что, я на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Но также не забываем оставлять комментарии под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.